Города Иваново и Кохму соединит тротуар. Об этом заявил глава региона во время инспекционной поездки на Кохомское шоссе. Реконструкция коснется не только важной городской магистрали, но и трассы, соединяющей два населенных пункта. Кроме пешеходной дорожки, там установят уличное освещение. А на тротуар, который появился вдоль Кохомского шоссе, этим летом нанесут специальную велосипедную разметку. Пешеходная дорожка изначально проектировалась такой широкой, чтобы по ней могли ездить велосипедисты. Здесь было вообще болото, поэтому приходилось заглубляться на полтора места строителям, чтобы построить этот тротуар. И в ближайшее время здесь будет, соответственно, разметка сделана для велодорожки. Будем развивать велоспорт. И, по сути, можно будет на велосипедах ездить от Рио до Кохмы. По-моему, очень приличное расстояние.